Хаюшки, солнышки, с вами Джерри, и сегодня мы построим корабль «Пандора» из фильма «Аватар 2» в Kerbal Space Program. Но для начала рассмотрим принципы работы. Что ж, сверху мы установим реактор, он лишним не будет. Потом идет бак антиматерии, потому что этот дебил работает только на ней. И сам двигатель на антиматерии Фрисби. Он будет главным, и их будет две штуки. Рассмотрим устройство вспомогательного двигателя. В нем также установлен реактор, поскольку нужно очень много энергии. Соли урана. Этот двигатель работает на солях урана. И сам двигатель. Очень маленький ТВР, но он будет вспомогательным. Графеновый радиатор. Их будет у нас установлено около 30 штук, может быть даже больше. Дальше на протяжении всего строительства я пытался воссоздать что-то похожее на оригинальный корабль. В общем, я решил удлинить немного корпус и построить грузовой отсек. Грузовой контейнер КРДА Т-80. Этот болван достаточно огромный после того, как ты установишь специальный мод на увеличение предметов. Этот дебил может вмещать в себя вещества по типу руда, металлическая руда, уранит, субстраты, минералы и тому подобное. Структурный узел ППД мульт. Этого болвана мы установим посередине нашего корабля, поскольку нам нужен стыковочный модуль. Но самое сочное, мы туда присобачим космический челнок «Динокрыл». Он будет служить специальным спусковым модулем, если вдруг Пандора и ее экипаж захотят вернуться на Землю.
Ёптить, а как жить-то? Чтобы жить, мы сюда поставим центрифугу Кронус СДВ-Х. Она нам поможет поддерживать состояние экипажа в полном порядке. Чтобы снабжать корабль энергией, мы возьмем титановые панели, а точнее солнечную панель Титан ОКЕП 500. Теперь давайте посмотрим, полетит оно или нет. Что ж, давайте попробуем еще раз.